Настала очередь пройтись по этой стороне. Вмятинки вот видны. Правда, заснять их не так уж легко и просто. Вот. Мельком они тут мелькают. На этой стороне их чуть поменьше, чем на той. Ну, вот снять, конечно, не получается. Придется работать в маленькой лампе. Вот, сейчас попробую стойку снять. Так, как бы тут попытаться снять. Ну вот, что-то вроде видно. И нифига не видно. Ну вот, знаете, ну только вот так можно узнать. Да, засвечивается, нет смысла снимать, но, собственно, тут и так понятно. Крыло сделал крючками, вот, а тут по стойке, конечно, хочешь не хочешь, приходится заниматься клеем. Ну, кое-где еще молоточек волшебный помогает. Вот такая насадочка, вот отполированная, я ее немножко присаживаю либо вот этой частью, либо вот этой, в зависимости от размера вмятины. Вот. Ну и естественно, как я уже говорил, пользуюсь обратным молотком. Я мини-лифтером на стойках не пользуюсь. Делаем стойку, и вот тут неприятность. Как раз вот тут почти на ребре. Вот. И прям серьезная травмочка. Вот. Придется тут с ней повоевать, потому что на ребрах они плохо выходят. Но есть у меня один специально обученный грибок как раз для таких мест. Вот им и буду тренироваться. Вот. Потому что таким обычным грибочком такие вещи не делаются. Ну и тут рядом, конечно же, тоже вот есть ссадинка. Продолжаем, клеимся, дергаемся, вот забиваемся. Вот этот грибочек для контов. Вот такого. Вот такой вот грибочек. И с помощью его попытаемся мы этот кант вытащить. Вот так эта вся красота выглядит. Сейчас попробуем, что получится. Вот, как мы видим, выдернул я шишечку хорошую. Вот. Ну, как хорошую, нормальную шишку. А здесь, вот это место. Там еще чуть остаточное осталось. Ну, опять же, надо разбить аккуратненько, чтобы плавное место было, и опять приклеиться, все будет нормально. Это продолжение. Вот стойка, опять же клеимся дальше. Вот такая вот. Где-то, конечно, маленькие, скажем, помарочки есть, не без этого, честно сказать, надо. Ну, в общем, все получается нормально. Вот так вот выдернулось. Здесь я сразу еще раз поставил, неудачно выдернул, поэтому дважды пришлось дергать. Вот сейчас надо это все забивать. Продолжаем, продвигаемся дальше.
Не очень много, но неприятные вот такие вещи, которые рядом с кантом, они почему-то повреждения такие интересные. С первого раза не хотят выходить. Продвигаемся уже скоро. Вот сюда перейдем. Тут, к сожалению, везде не достаем. Вот где-то, если разделить вот эту высоту на три части, где-то до трети достает крючок. Вот, а остальные две трети надо выклеивать. То есть, вот где-то до сюда надо, до вот этого места постараться сделать клеем. А тут уже можно сделать будет крючком. И в принципе долазит крючок до самого края. Ладно, продолжаем работу. Продолжаем работу. Вот она, бяка. Вот что бывает от птичьих какашек. Я под увеличением съедают они лак. Сейчас еще раз покажу. Вот. По-хорошему, чтобы вот этого ничего не было, уже это не отполируешь, ничего не сделаешь. Вот такая фигня получается. Съеденный лак. Надо с собой возить сюда тряпку и пятишку воды. Как только это все случилось, надо тут же замывать, потому что там очень-очень сильная у них кислота, сильная, присутствует в экскрементах. И она съедает лак невозвратно, уже его не восстановишь, не отполируешь. Ладно, продолжаем. Тут у нас есть над чем поработать. Как мы видим, и здесь тоже на плоскости пожевано. Вот надо где-то вот до этой части сделать все. Тут придется все клеем делать, потому что крючок туда у нас не достает. Тут тоже вот на этой плоскости ей досталось. Вот такая у нас красивая стойка. Вся пожеванная градом. Вот. И здесь вот мятинки есть. И здесь все прям побито так, как пожевано. Вот, хочешь, не хочешь, а надо будет это все выводить. Вот так, ладно. К сожалению, я же еще раз говорю, я, ребят, с удовольствием бы снял, как это все делается. Но я один, и вот ничего не могу поделать. И снимать, и работать невозможно. Вот здесь вмятины на стойке были большие, поэтому и, соответственно, у нас грибочки по сравнению с предыдущими тоже были большие. Ну, куда деваться. Естественно, немножко перетяг у нас получается. Ну, ничего. Сейчас все это будем забивать. Ну, посмотрим. Попытаюсь я снять стоечку. Вот она, наша стойка. Сначала по низу. Не получилось, как говорится. Я старался. Слишком уж пожеванный металл получился.
Что ж такое, не получается снять. У нас и вмятины были. Старался, конечно, как можно лучше сделать, но, как говорится, получилось то, что получилось. Вот так вот. А остальное теперь вот на крыле, вот они вмятинки пошли. Это уже мы будем работать. Снимается этот фонарик. Ну, в общем, принцип такой же, как и здесь. Делается отверстие, и через это отверстие мы работаем. Фиксировал я крылышко. Так. А снять, как всегда, не получается. Ну что, сейчас можно? Да, давай. А здесь как раз вот край крыла, у нас здесь усилитель. Ну и там чуть-чуть у нас есть. Вот так, сейчас будем сверлить здесь отверстие. И через него ремонтировать. Там, где не получается вот этот район, это клеевая. Быстро, правда?